Доброго всем дня, добрый зритель доброго канала. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных, приют «Твори добро» Наталья. А сегодня у нас выпуск о Арчике. Вы все увидите, услышите сами. А я обращаюсь к вам. Арчику еще 2-3 недели находиться в стационаре. У Арчика реабилитация, поэтому каждая ваша помощь пойдет на лечение и реабилитацию этого милого, чудесного, замечательного песика. Я обращаюсь ко всем, к своим подписчикам, к новым, к старым, к своей большой такой дружной семье. Арчи срочно нужен дом. Приглядитесь к этому малышу. Его очень сильно любят в клинике. Он очень покладистый, добрый характером. Может быть, кому-то приглянется эта разноглазая, удивительная чудо-собака, которая прожила уже тоже много испытаний, прошла испытаний в своей жизни. Приглядитесь, отзовитесь. Мамы, папы, мы вас ждем. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Итак, по поводу Арчи, который к нам поступил вследствие автотравмы. На данный момент по окончательным диагнозам это рваные раны тазовых конечностей, преимущественно в области бедра. Вот. Второе, это одной из конечностей имеется перелом бедренной кости, но он застарел, ему больше уже, явно полугода, даже до года. Собака спокойно опирается на эту конечность, какого-то оперативного вмешательства не требуется, хоть конечность немножко укоротилась из-за следствия контрактуры после перелома, но он спокойно ей пользуется, то есть каких-то особых манипуляций не требуется, потому что вмешательство в этот перелом, который уже строится достаточно по восстановлению в дальнейшем, долгое, очень требует серьезного контроля, животное не может уже, не сможет не находиться в приюте. Вот, опять же, нужны хорошие ответственные владельцы, нужно животное передавать кому-то. Ну и второй момент, целесообразность такой операции на данный момент, она нулевая. Вот. Животное пользуется конечностью, да, немножко укороченная, но жизни собаки не мешает. У нас самый главный момент – это раневые процессы на бедре, на интактном. Вот. На одном у нас нога, бедро сломано, вот это срослось, на другом – рана. Собака имеет множественные раны, мелкие, и одну достаточно крупную на задней поверхности. Вот мелкие уже затянулись, в принципе, антибиотик-терапии, местные обработки – это достаточно, чтобы их заживить, не производилось никакого накладывания швов. Вот та рана, которая побольше, она имеет огромный дефект по коже и огромный дефект по мышцам. На данный момент она имеет уже хорошие края грануляции, потихонечку, многоэтапно они подводятся, подстягиваются, чтобы ускорить этот процесс. Да? То есть особо целесообразности на данный момент закрывать эту рану нет, потому что вследствие повышенного натяжения этой области швы разойдутся и будет все каждый раз рецидивировать, это плохо. Вот. Так что на данный момент потихонечку мы заживляем эту большую рану. Вот. Ну и думаю, в ближайшие несколько недель он еще пока пробудет в клинике под наблюдением. Дальше его уже передадут обратно в приют. Вот. Как только мы будем уверены в том, что его ноге, так скажем, ничего не угрожает.